В Твери начал работу еще один умный перекресток. На этот раз в будущее шагнул перекресток улицы Вакжанова и Вакжановского переулка. Новшества включают в себя индуктивные петлевые детекторы, считывающие подъезжающий транспорт, интеллектуальный дорожный контроллер «Поток», переключающие фазы в зависимости от трафика. Кнопки вызова пешеходной фазы работают с 21 часа до 7 утра. Как отметили в компании «Спецдорпроект», все это позволит максимально сократить длину цикла и время ожидания для водителей и пешеходов.